Escort Redline EX International. И пробуем то же самое. Первое, бинар. Реакция есть. Все работает. Тот прибор также. То есть здесь. Еще раз выключу ключи. Есть, все четко. На бинар сработка есть. Так, теперь откладываем мы этот бинар наш и запускаем визир 2М. На визир работа есть. Все четко, все реагирует. То есть вот сейчас я могу сказать, что да, после вот этой тестовой прошивки, сейчас покажу эту прошивку. Так, держи вот так вот, все, вырубай. Так, показываю здесь, какая стоит прошивка. International прибор. 3 единицы, 81 стоит прошивка. Теперь смело этот прибор можно советовать. То есть, да, он детектирует короткоимпульсные радары. Чего не было на прошивке. Что там у нас было первое? 1.1, потом мы его обновили на 1.5, по-моему. Тишина, ничего не было. И в итоге вот сейчас 3 единицы, 81. На этой прошивке версия International работает четко. На этом пока все.